Проекты корпоративной социальной ответственности предприятия Coca-Cola Beverages Беларусь мы обычно реализуем совместно с университетами. Наш давнишний партнер – это университет имени Сахарова. И сегодня с нами коллеги из университета, которые вот определенно, посадив тысячи деревьев, знают, как правильно это делать. Сергей Степанович, первый заместитель директора, поделится сейчас с нами этим опытом, а его коллега продемонстрирует, как правильно садить саженец. Самое важное, чтобы работать в паре, для того, чтобы было проще и аккуратней. Ну и смысл заключается в том, чтобы всю корневую систему саженца можно было плотно заделывать в почву. Мечом делается отверстие, партнерша вставляет саженец и с двух сторон прижимается одним ловким движением ноги. И вы видите, в течение полутора секунд мы посадили три дерева. Вот.